Уходи, мальчик, вот сами друзья. Не волнуйтесь, просто внимательно слушайте, хорошо? А что я не могу сказать, если так? Итак, я представляю вам... Пасхам Харин Хайдович. Президента компании «Нугабет». Actually, 식구들이 많아져서 더 흥이 나는 것 같습니다. Посмотрю, нас больше в России, меня это очень радует. 우리 시간에 그 강의를 들어가기 전에 제가 이야기를 한 가지 하겠습니다. Прежде чем приступить к лекции, я хотел бы рассказать одну интересную историю. 떡 아십니까, 떡? Вы знаете, есть хлеб, да? Знаете, да? Не знаю, вам으로 하겠습니다. Хлеб, обычный хлеб. 떡을 무척 좋아하는 부부가 있었습니다. Была одна супружеская пара, которая очень-очень любила хлеб. 어느 날 두 사람이 이웃에서 떡을 선물을 받았습니다. И однажды эти два человека получили подарок в виде этого хлеба от соседей. 두 부부가 사이좋게 나 하나 먹고 나 하나 먹고 поделились хлебом. 아주 사이좋게 나눠 먹었습니다. Я поем, ты поешь, я поем. Очень так мирно, дружно. 그런데 이 떡을 가지고 온 숫자가 하필이면 홀수였어요. 마지막 떡이 하나 남았습니다. И вот пока они делили этот хлеб, в результате между ними оказался один последний кусочек. 떡을 누군가가 양보를 해야 먹을 건데. И нужно было сделать так, чтобы кто-то уступил кому-то. 두 사람 다 너무너무 떡을 좋아하다 보니까 так сильно любили хлеб. 양보를 하지 않았습니다. So, никто из них не уступал друг другу. 그러면은 내기를 해가지고 이기는 사람이 이 떡을 먹자. 얘기를 했어. 얘기. 브로시 주레비. 또 어떤 내기냐 하면은 말을 안 하고 누가 오래 버티기나 말을 먼저 하는 사람이 지는 것이다 라는 얘기를 했습니다. 스포츠 заключался в следующем. Оба должны были молчать, и кто первый заговорит, тот и проиграет. 두 부부가 떡을 하나 놓고 и вот между ними лежит этот кусочек хлеба. 말을 하지 않고 떡만 쳐다보고 있었습니다. Они молчали и смотрели на этот кусочек. 몇 시간이 흘렀을까요? Сколько, как вы думаете, сколько прошло часов? 어둠이 찾아왔습니다. 밤이 되었습니다. Прошло много часов, и наступила уже ночь. 하필 그때 그 집에 도둑이 들었습니다. И вот ночью в их дом забрался вор. 도둑이 들었지만은 내게 이기기 위해서 아무 소리도 지르지 않았습니다. И несмотря на то, что вор блуждал по их дому, они продолжали сидеть, чтобы выиграть этот спор. 물건을 다 훔친 도둑은 마침내 자기 부인까지 훔치려 했습니다. Вор, который очистил всю квартиру, в конце концов забрал и жену. 그래도 남편은 아무 말도 하지를 않았습니다. Муж терпел и молчал. 참다 못한 아내가 외쳤습니다. И вдруг жена не вытерпела и закричала. 이 무중한 양반아. Слушай ты. 떡 하나 때문에 из-за одного куска хлеба 아내를 뺏기나 하느냐. Ты готов отдать свою жену? 그때 남편은 끌끌끌끌 웃었습니다. И тогда муж засмеялся. Ха-ха-ха. 야, 드디어 내가 이겼다. Наконец я победил. 이 마지막 떡을 하나 먹어야지. Из надо съесть тебе. 우리 인간은 이런 작은 것에 집착을 해서는 안 됩니다. Мы люди не должны сосредотачиваться на таких глупых мелочах. 그렇죠? Не так ли? 잠깐 우리 머리를 바꾸는 의미에서 말씀을 드렸습니다. 잠깐 분위기를 바꾸는 의미에서 я рассказал эту историю для того, чтобы немножко разрядить обстановку. 제가 이곳 러시아에 와가지고 홍보관을 오픈을 하면서 я приехал в Россию, здесь вот провожу одно открытие за другим в демонстрационных залах. 아마 저 개인적인 이야기를 다 했습니다. И я много говорил о себе и личное мнение делился. 그래서 오늘 다시 한번 저 개인적인 이야기를 할 겁니다. И сегодня я тоже хотел бы немного сказать о себе. 개인적인 이야기지만은 이렇게 해서 의료기를 개발을 했고 또 여기까지
오게 되는 날을 말씀드릴게요. говоря себе, я буду говорить, как мне удалось разработать это оборудование и как каков был мой жизненный путь до сегодняшнего дня. 저는 1989년도부터 의료기를 개발했습니다. С 89 года я стал разрабатывать оборудование. 처음에 개발한 의료장비가 X-ray 쪽으로 개발했습니다. И первое медоборудование было связано с рентгеновскими лучами. 병원에서 들어가는 수술할 때 보는 장비죠. Это оборудование, которое находилось непосредственно в операционной. 그다음에 개발한 장비가 следующее оборудование. 엑스레이 쇼크웨이브 리셉트리터 하는 장비인데. Вот такое оборудование. 이 장비는 우리 콩팥이나 요관에 결석이 생겼을 때 수술하지 않고 부수는 장비입니다. Это оборудование, которое позволяло дробить камни в почках без вмешательства хирурга, без операции. 이 장비에 대해서 잠깐 소개를 드릴게요. Я немного расскажу о нем. 자, 이런 반사체가 있습니다. 반사체가 있습니다. 반사체. 반사시키는 누구야? 기술 딱 뜨면은 반사입니다. 반사했을 때 반사. 근데 빛을 비추잖아요. 어제 통역 갖고 사람 없습니까? 빛을 반사하는 거죠. 이런 반사체가 있습니다. 빛을 쬐는 건 진짜 반사잖아요. 빛을 쬐는 건 반사잖아요. 근데 반사하는 뭐야? 반사하는 거야. 반사하는 거야. 계속 맞다. 알겠어요. 이런 반사체에 순간적인 2만 볼트의 전기를 충격 전기를 가하면 음파가 발생이 됩니다. Есть такой предмет, который отражает лучи, и если на него воздействовать электричеством в 20000 вольт, то происходит излучение особых волн. 순간적인 천둥 번개를 만듭니다. 순간적인 천둥과 번개를 만듭니다. 번개를. В результате этого происходит эффект молнии и грома, то есть вспышка и гром. 이 번개 불을 한 점으로 모으게 되면 여기는 강력한 파괴력을 지니게 되어 있습니다. Если направить эти лучи молнии в одну точку, то происходит 파괴력, 부수는, колоссальный такой эффект дробления. 여기에 부수는 위치에 우리 몸에 콩팥이 이렇게 생겼죠. Вот так выглядит почка. 콩팥이나 요관에 이런 결석이 생겼을 때 когда в почках или мочевыводящих каналах появляются камни 이 결석의 위치를 여기에 오게 합니다. Тогда человека ставят так, чтобы лучи молнии могли сформироваться прямо, сосредоточиться прямо в камне. 그래서 45분 동안 1500K 정도의 쇼크를 보내게 되면 И на протяжении 45 минут человек лежит, и вот таких вот молний в сторону камней направляется примерно 1500 раз за 45 минут. 이렇게 생긴 돌이 이렇게 모래알처럼 부수지게 됩니다. И камень, который выглядит так, превращается в песок. 그래서 물을 많이 먹게 되면 И при большом употреблении воды, и 돌이 요관을 통해서 소변으로 배출되게 합니다. Все эти камешки выводятся через мочу. 좀 전에는 이거 수술하기 위해서 이 정도 배를 절개를 합니다. До создания этого оборудования необходимо было делать операцию и делали разрез примерно 20 сантиметров. 점심 마취를 시키고 수술을 해가지고 다시 콩팥을 수술해갖고 돌멩이를 잡아내고 이것을 이렇게 깊게 되죠. Необходимо было вытаскивать все внутренние органы вплоть до мочек, удалять оттуда хирургическим путем камни и вновь все это вставлять и зашивать этот разрез. 이 장비가 약 40만 불 정도 되었습니다. 40만 불. US 달러. 장비 가격이. Такое оборудование стоит 40만 불. Где-то 400 тысяч долларов.
굉장히 비싸죠. 훨씬 더 어려워요. 결국 이 비싼 장비에 숙박은 환자들이 전부 부담을 하게 됐습니다. 환자가 부담. 이 результате всю стоимость этого оборудования брали с самих больных людей, то есть чтобы возместить убытки. 이 장비를 한국에서 최초로 개발을 했습니다. И впервые в мире такое оборудование было произведено именно у нас в стране Корея. 저기 있는 사진이 한국의 역대 대통령 중에 한 분입니다. Вот вы видите плакат. Я стою там и рядом со мной президент Кореи Ро Дэ У. 그래서 그분으로부터 정부로부터 큰 상을 받았습니다. От его имени, от имени правительства мы получили награду за вот это оборудование. 상금으로도 큰 돈을 받았습니다. И вместе с этой президентской наградой, конечно, огромная денежная премия. 그런데 지금 요 병원용 의료 장비를 개발을 끝으로 병원용 장비를 개발을 하지 않았습니다. 병원용 장비를 더 이상 개발을 하지 않았습니다. После того, как я создал это оборудование, раздробляющие камни, больше я не стал разрабатывать медоборудование. 왜 더 이상 개발을 하지 않았고 이런 온열기를 개발하게 된 동기를 말씀을 드리겠습니다. Я скажу, почему я перестал разрабатывать традиционное оборудование для медицины и стал разрабатывать вот это оборудование, которое рядом с нами. 저희 나이는 한국 나이로 치면은 45세입니다. Сейчас мне по корейскому, по восточному календарю 45 лет. 45세쯤 보입니까? Я выгляжу на 45 лет. 제게 보입니까? Моложе выгляжу. 저희 나이 때는 한국에서 아이를 많이 낳는 것이 풍습이었습니다. Когда во время моего детства в Корее была такая традиция рождать как можно больше детей. 저희 모친이 저를 8번째로 낳았습니다. 8번째. В семье я остался 8-м ребенком. 두 사람은 낳자마자 죽었습니다. Первые два, как только родились, умерли. 그래서 여섯 명이 생존하고 있습니다. В результате выжило 6 детей. 그 중에 막내로 태어나다 보니까 я был в семье самым последним ребенком. 어머니의 저를 가장 적게 묶고 자는 사람입니다. Поэтому... 저 я родился самым маленьким, то я меньше всех питался грудью, материнской грудью. 사실은 한국 사람들도 많이 큰데 어머니의 저를 적게 먹고 자라다 보니까 어릴 때 배가 너무 고파서 키가 덜 자랐습니다. Вообще корейцы сейчас тоже большие выросли, но поскольку мне не так много удалось выпить материнского молока, то меня обделили рост. 그래서 저는 개인적으로 저를 굉장히 좋아합니다. 예. 개인적으로 저를 굉장히 좋아합니다. 예. 그래서 мне очень нравится женская грудь. 저는 우리 어머니 저를 6살 때까지 저를 먹었습니다. 6살 때까지 저를 말았다고. Я сосал грудь у матери до 6 лет. 제가 결혼을 할 때도 지금 저희 와이프가 저기 큰 팬입니다. Когда я женился, я выбрал женщину себе с большой грудью. Чего-то он подводит. Все сотрудники должны быть. Почему я все это вам рассказываю? 저희 어머니 말씀을 하기 위해서 하는 겁니다. Для того, чтобы рассказать о своей матери. 제가 세 살 때 저희 아버님이 돌아가셨습니다. Когда мне было 3 года, мой отец умер. 제가 막내가 세 살이니까 5살, 8살, 10살, 13살, 16살 이 여섯 자매를 두고 저희 아버님이 돌아가셨어요. Мой отец, вот мне было 3 года, а моим старшим братьям все там 3, 8, 10, 13, 16 лет. И оставил вот такое количество детей, наш отец умер. 40년 전에 한국 사회가 굉장히 어려웠습니다. 40 лет назад ситуация в Корее была очень и очень сложной. 정말 배가 고프고 밥을 못 먹는 그런 시대였습니다. Было время, когда очень много корейцев голодали и умирали с голоду. 이 여섯 남매를 두고 아버님이 돌아가시다 보니까 어머니가 얼마나 고생을 하시겠습니까? Представьте, как было тяжело.